С помощью эмоций и чувств клиента можно управлять продажами. Это главная идея выступающих на первом уральском форуме нейромаркетинга. Фактически, с помощью логотипа и его расположения можно в хорошем смысле манипулировать зрительным восприятием клиента. Та же история и с другими чувствами. Это прорыв именно в том, что наш бизнес откликнулся и готов взаимодействовать и выходить на дискуссию. Тема непростая, она очень дискуссионная во всем мире. Тут вопросы этики, тут вопрос и фундаментального обоснования. Но для бизнеса это точно сейчас эффективно. Посыл от опытных коллег – технологии можно применять в любом виде бизнеса. Просто нужно знать, на что именно сделать упор. Это действительно важное и нужное для нас мероприятие, интересное, я надеюсь, интересное бизнесу. И использование в хорошем смысле нейромаркетинговых технологий, оно приведет к увеличению интереса к нашим товарам, к росту продаж, безусловно, выручки и доходов. Те, кто хочет развиваться, они развиваются. Те, кто принимает для себя решение уйти в какие-то другие ниши, они это делают. Поэтому говорить о том, что пермский бизнес не развивается, это неправильно. Поэтому если бы он не развивался, здесь бы сегодня не было бы 600 человек народу. Этот форум – один из череды мероприятий для бизнеса, который проводит корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края, сервисный центр «Мой бизнес» совместно с Пермским фондом развития предпринимательства по поручению правительства края и Пермская торгово-промышленная палата. Я рад констатировать и наблюдать, как наш малый и средний бизнес тянется к новым актуальным знаниям, которые, я надеюсь, помогут им стать более успешными и стать более эффективными в реализации своего бизнеса, чтобы был не только эффективным, но и более прочным и более устойчивым. Следующее крупное мероприятие представителей МСП ждет в декабре. Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края проведет форум по вопросам интернет-маркетинга, где также разберут самые эффективные и практичные инструменты продвижения товаров и услуг.